Рекордное количество белка в одной порции вместо 15 граммов – 21. В линейке функциональных макаронных изделий Living Good появилась паста с добавлением горохового изолята. Это высокоочищенный растительный протеин, полученный из семян желтого горошка. Не секрет, что высокобелковая диета очень распространена среди спортсменов. И им необходимо восполнять белок после физических нагрузок. И поэтому 21 грамм – это такая хорошая порция белка. Я думаю, оценят многие спортсмены. Гороховый изолят не содержит холестерин, помогает сбалансировать питание и восполнить дефицит белка для вегетарианцев, веганов и постящихся. Новинка полезна для детей и взрослых. Благодаря высокобелковой диете организм лучше борется с болезнями. Протеин способствует правильному формированию костного скелета. Пожилым людям обогащенные белком продукты помогут избежать дистрофии мышц. Еще одно полезное свойство – способность сжигать жировую массу. Тренд на растительный белок наблюдается на рынке, потому что это этичное отношение к животным. Наша паста как раз подходит, потому что это обыкновенные макароны, но с дополнительной пользой. Это уже такой привычный для потребителя продукт, который не надо как-то долго думать, как приготовить, а просто сварил макароны и получил больше белка, чем обычно. Living Good с гороховым изолятом – это красота изнутри. Белок участвует в синтезе коллагена, необходимого для восстановления тканей. Выпускается новинка в трех форматах – спагетти, фузилле и пене. Приобрести пасту, обогащенную белком, можно в фирменном магазине «Макфа» в Рощино. Я бы приобрела серию Living Good для здорового питания, обогащенную белком – очень интересная серия. Для детей интересная серия. И также мне понравились безглютеновые макароны. Сейчас это очень такая трендовая вещь. Приятно удивлена ассортиментом. Фирменный магазин «Макфа» расположен в поселке Рощино. Чтобы доехать до него, нужно следовать по Свердловскому тракту, затем по трассе на развязке уйти влево в Рощино. Магазин расположен неподалеку от производственной площадки «Макфа».